Знаки, обозначающие пешеходные переходы, покосились и попали в поле зрения рубрики «Нам здесь жить». Видимо, порывы ветра оказались настолько сильными, что перед ними не устояли металлические столбы, на которых установлены знаки. Наглядный пример по дороге в самострою. Со стороны складывается впечатление, что знаки как будто тянутся друг к другу. Картина, конечно, романтичная, но еще немного, и опоры рухнут прямо на проезжую часть. Причем надо отметить, что такую композицию люди наблюдают с прошлой недели. Но ответственные службы до знаков до сих пор не добрались.